война войной, а обед по расписанию, да? Ну, это вон повезли же этот, по полевую кухню, по-моему. Вот, это вон военный эвакуатор. И идут вот назад они что-то сюда. Вот, заезжала только что Беха, короче, ее не пустили. Проверили багажник, она развернулась и поехала назад. Зачем проверить? Вот сейчас слышно звуки снарядов. И вот эти машины, это видно, вот это бензовозы. Что-то солдафоны там рыскают. Короче, много бензовозов, они их загоняют вот сюда, вот в дачи, на дачу паркуют. И что-то они так активно оттуда. Туда пошли танки, оттуда вот идут, вот, ну, вы видите, да, какая техника. Короче, оттуда со стороны ГЭСа едут, и они их загоняют сюда, вот, где у нас на УПТК, где у нас яма, там старая автозаправка, не видно там. Ну, там есть место просто, где можно машины парковать, они сейчас туда определяют. И вот, короче, две машины, вот и девятка там, и еще какая-то, и вот они обыскивают их, это гражданские. Но, наверное, вряд ли пустят. Если они их осмотрят, развернут, наверное. Короче, обыскивают, он достает вещи с машины. А вот машины гражданские разворачиваются. Так что без перспектив не надо туда пробиваться, но все уже. Так, это сейчас 10:52. Вот они сейчас едут в сторону ТМК, там где-то, ну, там видно, они базируются. И только что такие прям, ну, какие-то очереди такие были, ба-ба-ба взорвались, и самолет пролетал у нас. И вот мы видим, ну, там вот какая-то история. Как-то так.